Ход реконструкции улицы Чистяковой проинспектировал глава Одинцовского городского округа, секретарь местного отделения «Единой России» Андрей Иванов. Участие в осмотре строительной площадки и рабочем совещании приняли местные жители, депутаты окружного совета и представители подрядной организации. Проект реализуется в рамках областной государственной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса». Всего предстоит реконструировать около 2 километров улицы. От жителей поступают предложения, связанные с обустройством пешеходных переходов, оптимизацией размещения контейнерных площадок, велосипедных дорожек. При реконструкции их максимально учтут. Следующая рабочая встреча пройдет в Новой Трехгорке через 2 недели, сообщил глава.